Здравствуйте, уважаемые коллеги! Хочу вашему вниманию представить прибор Maglume 600 компании Snipe. Это портативный химико-люминесцентный анализатор, в общем-то, такой настольного типа с небольшим количеством позиций для образцов. Ну, в общем-то, компактный, быстрый и такой смарт и очень удобный для работы. Значит, что он из себя представляет? То есть есть манипулятор, которым дозируются образцы и реагенты. Есть две позиции. Есть позиции под реагенты. Здесь есть четыре слота. И две позиции под образцы. Вот такие штативы. На 8 позиций. То есть максимально можно за раз загрузить 16 образцов. В общем-то, это самая младшая модель в линейке приборов Snipe. То есть есть более мощные приборы, там Maglume 800, Maglume 1000. Кстати, вот они представлены, вы можете посмотреть на этом баннере. Есть 2000-я модель, есть 4000-я модификация, то есть это полностью напольного типа прибор. Чем интересны приборы, в общем-то, то есть это классическая химико-люминесценция, такая же, как там технологии Abbott, Bio-Rad, не знаю, тот же Roche. Они интересны на самом деле своими реагентами. Дело в том, что реагенты, вот, например, у нас там есть сейчас на обзоре, да, вот как раз на COVID-G, на иммуноглобулин-G. Тесты интересны тем, что они сразу в комплекте содержат калибраторы и контроли, что достаточно редко для других производителей. То есть вот так вот выглядит набор реагентов. То есть он содержит сразу различные тюбы с парамагнитными частицами. Вот есть калибратор низкий, калибратор высокий, буфер, АБЕ-метка и дилюэнт. То есть вот этот набор рассчитан на 100 тестов для определения иммуноглобулина G к COVID-19. То есть вот это, то есть здесь 100 тестов. Помимо самой кассеты, Snipe предоставляет и контроля двух уровней. То есть идет наклеечка для того, чтобы для хранения, когда прибор снимается реагент с борта, то есть с прибора, хранится в холодильнике, вы можете заклеить этой наклеечкой, чтобы минимизировать испарение реагента. Вот есть контроли. Опять-таки, это все идет в комплекте с одним набором. То есть вот в наборе у вас есть и контроли, и калибраторы. В общем-то, это, конечно, очень удобно, потому что у большинства других производителей контроли и калибраторы, их необходимо приобретать отдельно. Ну, и это, в общем-то, накладывает какие-то определенные там ограничения. Ну, и требуется как минимум об этом помнить и это выполнять. То есть есть также наборы на иммуноглобулин М, тоже на COVID-G, на COVID-19. Есть новый набор, тоже выпустил Snipe не так давно. Это на определение SRBD белка. То есть это тоже на иммуноглобулин G, только на более долгоиграющий иммунитет. Показывает, есть ли он у человека. Ну вот, пожалуй, на сейчас, пожалуй, все. Потом в дальнейшем мы расскажем еще более детально про другие тесты компании Snipe.